Не прошло и двух месяцев, как французские фермеры снова вышли на протест. Теперь в Париже. Приехав в столицу на тракторах, они заблокировали кольцевую дорогу и направились к центру города, на площадь Нации. Фермеры говорят, что привезут в город более 1000 тракторов. Если они выполнят обещание, то оно приведет к транспортному коллапсу в городе. Требования протестующих – повысить закупочные цены и снизить налоги и социальные отчисления. Мы требуем, чтобы посредники снизили свои расходы. Еще мы бы хотели, чтобы сократили импорт из-за рубежа. Ведь кроме того, что эти продукты дорого обходятся потребителю, они часто не соответствуют должным стандартам. Многие жители Парижа поддерживают митинг фермеров и присоединяются к колонне протестующих. Я решила к ним присоединиться. Я должна была пойти на встречу учителей, но думаю, это событие гораздо важнее. Премьер-министр Мануэль Вальс согласился встретиться с профсоюзными деятелями, чтобы обсудить требования фермеров, и пошел на уступки. В течение года фермеры, которые находятся в трудной ситуации, могут не погашать банковские кредиты.